Все, спасибо. Спасибо. Меня слышно хорошо. Значит, мы можем начинать нашу презентацию. Сегодня у нас 26 марта 2014 года. И мы проводим кампанию Access Marketing. Презентацию проведу я, фамилия моя Майл, зовут меня Василий. Живу в Германии, в бизнесе более 30 лет. И сегодня я вам расскажу об особенностях работы с компанией Access Marketing, те особенности, которые отличают эту компанию. Почему? Потому что на маркете сегодня очень много компаний, которые предлагают бизнес, который вы можете проводить, не выходя из дома, то есть находясь в собственной квартире, но необходимо выполнить условия. Условие какое? Это то, чтобы у вас был компьютер, чтобы был у вас интернет. Ну и самое главное, что у вас должно быть желание. И естественно, что возраст должен быть, начиная с 18 и старше. Образование и владение компьютером здесь не имеет никакой роли. Самое главное, чтобы было у вас желание. Если желание есть стать партнерами, то вы станете партнерами и будете зарабатывать вместе с нами. Итак, что из собой представляет компания Access Marketing? Компания Access Marketing – это компания, которая поставила перед собой целью стать провайдером номер один в мире интернет-рекламы, интернет-услуг, мобильных услуг для малого и среднего бизнеса по всему миру. Почему для малого и среднего бизнеса? Да потому что услуги, которые предлагает компания, они значительно дешевле тех, которые предоставляют большие компании, такие как Google, Yahoo, Яндекс и так далее. Те компании, которые только начинают развивать свой бизнес, которые выходят на новый уровень, но о себе они должны сказать, и больших средств они не могут себе позволить затратить на рекламу. Поэтому вот именно на эту нишу, то есть для этих людей, на эту массу и нацелена наша реклама, наши возможности помочь этим людям прорекламировать свой бизнес, чтобы могли о них узнать. Почему? Потому что на сегодняшний момент век интернет-рекламы, интернет-услуг, развитие интернета, сейчас уже та реклама, которая была раньше в газетах, в журналах, она исчерпала себя. И теперь на первый план выходит реклама в интернете. Почему? Потому что она более доступна, она более дешевая и охватывает почти весь земной шар. Кроме этого, компания поставила еще и ряд других целей перед собой. Какие, например? Это одна из таких целей – войти в топ-10 интернет-компаний. То есть стать в один ряд с теми компаниями, которые раньше пришли на этот рынок, которые достигли большего результата, но подняться на их уровень, стать в одну шеренгу с ними – это одна из целей компании. Дальше. Компания поставила перед собой цель достичь 1 миллиарда ежегодного дохода от рекламы. Значит, вроде бы это большая цифра 1 миллиарда, но я вам чуть позже покажу, какими шагами компания идет, какие цифры в подтверждение тому, что компания поставленную цель выполнит, я приведу на следующих слайдах. И еще одна цель, которую ставит перед собой компания, это достичь 1 миллиона активных участников. 1 миллиона активных участников. На сегодняшний момент их более 400 тысяч участников, но компания ведет широкую рекламу своей деятельности, освоила Юго-Восточную Азию, Китай, и с каждым днем, с каждым годом все больше и больше появляется у нас партнеров, тех людей, которые пользуются поисковой системой, которую предлагает наша компания. Поэтому этого
рубежа компания вскоре достигнет. Какая же особенность, почему я хотел остановиться именно на особенностях компании FC-маркетинг? Да, особенность заключается в том, что не все компании, которые предлагают бизнес в интернете, на сегодняшний день имеют свою платформу, имеют своего поисковика. У нас тоже вначале не было, когда я пришел в компанию, этого не было. Но попозже появилась своя рекламная платформа, называется она AccessX. Для чего она нужна? Почему это важно? Почему мы раньше брали ее в лизинг, теперь имеем свою? Да потому что на этой платформе размещается, или есть возможность размещать текстовую рекламу, сайты, баннеры, мобильную рекламу. И что делать? И продвигать эту рекламу в мировом рейтинге трафика. Что такое трафик? Трафик – это посещаемость. Чем больше людей заходит на ваш сайт или на ваш баннер, смотрит его, тем выше рейтинг этого сайта, тем, естественно, он будет на первых позициях. За первые позиции как раз и ведется борьба среди всех компаний, которые предлагают вот эту услуги в сфере интернета. Поэтому это очень-очень важно. Кроме этого, вы знаете, что на дворе 21 век, и поэтому сейчас очень важная и очень популярная мобильная реклама. Почему? Да потому что в каждом мобильном телефоне уже есть интернет, и любой человек, который захотел что-то найти в интернете, он со своего мобильного заходит и в этой мобильной рекламе ищет то, что ему нужно. Естественно, компания наша не отстает, она создала, разработала эту возможность создавать, у нас есть конструктор мобильных сайтов, создавать эту мобильную рекламу. Все для того, чтобы создать, установить и раскручивать компанию тоже есть. Кроме этого, все мобильные сайты включают в себя бесплатный хостинг. Бесплатный хостинг он предоставляется и партнерам компании. Но если вы решили предоставить хостинг или доменное имя зарегистрировать клиентам, то, естественно, за это вы возьмете с него какую-то плату. Так вот, особенность компании, что наши партнеры зарабатывают не только с одного вида деятельности, а есть несколько видов деятельности. Каждый может определиться, что ему ближе по душе, выбрать то, что ему нужно, тем, чем он будет зарабатывать. Что-то есть, что нужно делать постоянно, которое будет приносить постоянный доход, что-то можно выполнять, допустим, периодически. Тот же, например, продажа того хостинга или доменов. Это, так сказать, разовое, да? Но вы можете на этом специализироваться и зарабатывать. Кроме этого, в компании более 50 видов различных программных обеспечений, которые помогают создавать сайты и так далее, и так далее. То есть все для этого есть. Партнеры могут пользоваться этим бесплатно. Значит, компания идет, как я уже сказал, в ногу со временем, поэтому она предлагает новые услуги, такие как бизнес-справочник, конференц-комнаты, видеооткрытки, развлекательный портал создала компания. И у вас может возникнуть вопрос, а при чем тут развлекательный портал, да? А все при том, что, пользуясь этим развлекательным порталом, естественно, это приносит определенные дивиденды компании, а компания делится с нами всеми этими дивидендами, которые она получает по всему миру. Поэтому даже на развлекательном портале пользуются посетители, пользуются клиенты, пользуются обычные люди, и это приносит доход. Бизнес-справочник, который новый появился, он заключается в том, что это не просто ссылка на адрес, на контактные данные, но в этом бизнес-справочнике сразу вы можете увидеть маленький фильм о фирме,
о ее продукции и так далее, и так далее. Кроме этого, показана возможность, как добраться до этой компании, где она находится. То есть и карта есть, и контактные данные, телефонные, плюс вот это видео справочник. Поэтому для бизнесменов это очень-очень удобно. Появились конференц-комнаты. В зависимости от того, какого размера эта комната, то есть насколько человек она рассчитана, стоимость их оттуда и колеблется от $10 и выше в месяц. Это очень, так сказать, актуально на сегодняшний день. Пожалуйста, есть еще одна возможность предлагать вот эти конференц-комнаты, продавать их, при этом зарабатывать. На сегодняшний день индустрия, интернет-индустрия насчитывает 1,5 триллиона долларов. Представляете, какой это огромный пирог. И чем больше от этого огромного пирога 1,5 триллиона долларов достанется компании Эльсис, тем, естественно, будет выше наши доходы. Теперь я приведу цифры, которые вам обещал. Годовой доход в 2012 году составил 98 миллионов долларов. Запомните цифру, она нам пригодится. 98 миллионов долларов. В 2013 годовой доход был в размере 250 уже миллионов. Видите, какие темпы. Но в связи с тем, что компания идет такими темпами, поэтому не за горами то время, когда компания достигнет 1 миллиарда. То есть ту цель, которую компания поставила, она достигнет. Компания прибыльная, без долгов, прошла проверку, что немаловажное. Почему? Потому что кто знает, или работает в бизнесе, знает, как важно то, чтобы работа компании была с учетом всех законов, которые в тех странах, в которых она работает. Такую проверку наша компания претерпела. Естественно, эта проверка остановила развитие компании, откинула на 1,5 года назад, но хочу сказать, что компания, когда она носила название Alien Global, вышла с честью. Это одна из трех компаний, которая за всю историю Соединенных Штатов вышла с честью из этой проверки. Но недавно было сообщение в интернете, что Herbalife сейчас проходит проверку. Видите, вроде бы большая компания, давно на рынке, но сейчас она подлежит проверке, то есть где-то какие-то нарушения там есть. Это очень важно, когда компания прошла проверку и когда государство сказало, что да, работайте, ребята, спокойно, у вас все в нужное время, нарушать никакие законы. Поэтому приглашаю вас в компанию Exis Marketing. Я хочу, чтобы вы поймали волну вместе с компанией Exis. Так же, как и любители кататься на серфинге, да, на волнах. Им тоже нужно поймать волну, и тогда они вместе с волной это скользят, двигаются. Так и здесь, если вы станете партнерами, вы будете также скользить к финансовой свободе, к финансовой независимости, которая движется компания Exis Marketing. Несколько слов об истории компании. История компании начинается еще с 1998 года, когда было создано подразделение компании Intermark Corporation. Затем была создана дочерняя фирма, которая получила название Alien Global. Так вот, как раз когда я становился партнером компании Alien Global. Затем в 2011 году был произведен запуск поисковой системы Exis. Это был август месяц, запускал ее на тот момент президент компании Боб Кинсела. Это было на конференции, когда дан был старт. В 2012 году компания провела ребрендинг, то есть она поменяла название. Почему? Потому что, имея поисковую систему под названием Exis, компания стала также называться Exis Marketing. То есть в 2012 году она поменяла свое название. Ну и прошлый год знаменит тем, что был произведен запуск мобильных услуг и услуг для бизнеса.
Для нас еще 2013 год характерен тем, что произошла первая конференция для русскоговорящего населения Европы. Да? Она проходила в Киеве. И позже вам покажу фотографии с этой конференции. Вот. Но и теперь на этот год компания запланировала две еще конференции с русскоговорящим населением. Они были запланированы в Москве и Алмате. Но в связи с тем, что произошли, вы знаете, события в Киеве, да, на Майдане, поэтому сейчас компания пока временно отложила эту поездку на эту конференцию. Я думаю, чуть попозже конференция это все-таки произойдет. Почему? Потому что российский рынок для компании очень важен. Владельцем компании является Стив Реннер. Я лично с ним встречался на конференции в Киеве. Скажу вам так, что этот человек очень простой, естественно, умный. Почему? Потому что под его руководством было подготовлено не одно поколение бизнесменов Америки, которые добились определенных успехов, стали миллионерами и так далее, и так далее. На сегодняшний день он занимает пост маркетингового директора, а президентом компании, как я уже говорил, является Боб Кинсела. Он пришел в компанию как раз когда была проверка, когда компания была остановлена. Так вот, его опыт помог компании преодолеть эту проверку и выйти из этой ситуации с честью. Финансовым директором является Эми Айк. Это человек, который имеет большой опыт с открытыми акционерными компаниями. Почему она была приглашена? Скажу так, что Стив Реннер приглашает только высококлассных специалистов, только тех, которые находятся на вершине. Почему? Потому что только такие люди, хотя, естественно, требуют больших затрат, только такие люди могут принести максимальную пользу, которая может развить этот бизнес. Так вот, для чего она была приглашена? Она была приглашена для того, чтобы, когда компания выйдет, она выйдет в скором времени, об этом я буду говорить чуть попозже, на биржу, так вот, как раз ее опыт очень поможет в работе по акционированию компании. Техническим директором является Джеймс Вонг. Он пришел к нам недавно, но опять же был приглашен. Почему? Потому что он имеет большой опыт в разработке программного обеспечения, дизайна и так далее, и так далее. То есть с его приходом вы видели, это касается тех, кто уже давно является партнером, вы видели, как изменился облик наших сайтов и так далее, и так далее. То есть это все благодаря его усилиям. Ну а Петер Вольт это как раз тот человек, который защищал интересы компании во время государственной проверки. Сейчас он является корпоративным юридическим консулом компании. Почему? Потому что, как я уже сказал, компания развивается по всему миру. И очень важно, чтобы в тех странах, куда приходит компания со своими предложениями, чтобы не было нарушений законодательства этих стран, чтобы не было никаких взаимных трений. Для того, чтобы успешно выйти на биржу и для партнеров, чтобы это не оказало никакого ощутимого давления, значит, для этого создан как раз трастовый аккаунт. Трастовый аккаунт – это аккаунт, на котором аккумулируются наши средства, которые мы получаем в течение года. Чуть попозже я вам покажу и расскажу. Вот, дальше. Триша Петерсон – это человек, который отвечает за все нормативно-правовое соответствие тех сайтов, тех баннеров, которые мы размещаем на нашем поисковике. Поэтому в компании есть такой отдел, есть такой человек, который за это отвечает. Кроме этого, у нас есть
Эми Жанг, это наш вышестоящий спонсор, она является членом совета директоров. Это человек, который, на плечи которого легло не только развитие бизнеса в Америке, Канаде, но и она подняла этот бизнес в странах Юго-Восточной Азии, Японии, Китае и так далее, так далее. В компании есть два офиса. Первый офис, который находится в Миннеаполисе, сейчас он имеет размеры, компания расширилась, имеет размеры более 3000 квадратных метров, на котором располагаются сотрудники компании. Кроме этого, есть программно-технологический офис, в котором находится в Силиконовой долине, то есть он находится в Мекке интернет-индустрии. Почему? Потому что вы видите, он находится в окружении таких компании Google, Apple, IBM, Yahoo и так далее, так далее. То есть нужно быть в ногу со временем. Почему? Потому что нужно знать, что делают конкуренты. Они должны делать, что знать, что делаем мы. Поэтому идет вот такое соперничество, идет хотя бы конкуренция, но это все, как я говорю, как можно сказать, некко, да? Поэтому, естественно, то, что у компании есть этот офис, это о многом говорит. Говорит о уровне этой компании. Компания имеет неограниченные возможности, которые она предлагает нам, партнерам. Почему? Потому что мы можем использовать все рекламные продукты и услуги, которые предоставляет компания, бесплатно. Бесплатно. Ни в одной компании вы такого не увидели, чтобы все компания представляла. Дальше. Мы получаем ежедневную прибыль от оборота компании. Я вам говорю, та прибыль, которая приходится не только от одного вида деятельности, но вся прибыль, даже из того, что если люди пользуются игровыми порталами, то это общая прибыль, которая попадает. И потом делится между партнерами. Дальше. Партнеры имеют возможность участвовать в разделении капитала по итогам года. Дальше. У нас есть возможность иметь постоянный активный заработок, иметь возможность получать комиссии и бонусы, иметь длительный и продолжительный доход. Возможность создания резидуального дохода у нас тоже есть. Это очень важно для людей старшего поколения. Почему? Потому что та же самая пенсия, это тот же, другими словами, это и есть резидуальный доход. Итак, мы можем иметь свой домашний бизнес, зарабатывать 50-100 долларов в день. Кто-то может говорить, мне надо 500 долларов, кто-то говорит, 1000 в день мне надо. Пожалуйста, компания предоставляет возможность. Соответственно, вы должны прикладывать усилия, чтобы иметь вот такой заработок в день. Но хочу сказать, что в компании есть люди, которые зарабатывают более 1000 долларов в день. Значит, чуть попозже я вам покажу фотографии этих людей, то есть, чтобы не быть для вас ломом, я вам покажу это и покажу. Естественно, стоит вопрос, как стать активным партнером компании и смартфильм. Да, очень просто. Первое, что нужно сделать, это нужно зарегистрироваться. Регистрация в компании бесплатная. Второе, нужно приобрести набор для продаж. Он стоит 59,95, по-другому я еще называю. Это лицензией. Что необходимо, это приобрести старт-бизнес-пакеты. Старт-бизнес-пакеты в компании имеют 5 видов. Различаются они по стоимости. Стоимости 500 тысяч, 2 тысячи, 5 тысяч, 10 тысяч долларов. Естественно, чем они отличаются? Они отличаются наполняемостью. Что находится в этих пакетах? В этих пакетах находятся рекламные кредиты. Это внутренняя валюта компании. Плюс в каждом пакете находится и участие в виде айпоинтов. Естественно, чем больше пакет по стоимости вы приобретете, то тем больше у вас будет коэффициент долевого участия. И поэтому, когда компания разделяет ежедневный доход, то она
Делит не по количеству людей, а делит метод, которая есть у каждого. И, соответственно, потом каждый получает свою долю по количеству пульбы. Но еще одна особенность, сразу говорю о том, что те деньги, которые вы затратили на приобретение этих пакетов, компания возвращает. Где вы такое видели? Чтобы компания возвращала средства, которые вы затратили на приобретение. Компания их с маркетингом возвращает. Но, естественно, для возврата потребуется определенное время, не за 2-3 дня, а за определенное количество времени. Но вы эти затраченные средства возвращаете и возвращаете их с процентами. Как же происходит система выплат в компании? Да, компания говорит, что 70% от общего дневного дохода она дает партнерам. Эти 70% делятся пополам и 35% выплачивается в виде оплаты за работу на ротаторе и 35% в виде бонусов. Как происходит это? То есть в компании есть три вида маркетингового плана, где идет распределение ежедневной прибыли через план просмотра реклама. Как это происходит, что нужно делать, это я скажу на следующем слайде. Дальше. Комиссион от личных продаж через план розничных продаж. То есть я вам говорю, вы можете открыть свой отдел, реализовывать здесь продукты, которые компания с те же самые конференц-комнаты, домены, создать сайты, блоги и так далее, создавать и продавать это все можете, и можете иметь при этом комиссионные, то есть пользоваться и иметь такую возможность. Дальше, если вы работаете с командой, а в компании нужно работать и самостоятельно, нужно и работать с командой, то у вас есть возможность тогда претендовать на бонусы и на те проценты, которые вы можете получать через план сетевого маркетинга. Ну и дополнительно у нас идет разделение капитала через клуб учредителей. Вот такие виды маркетинг-планов компании существуют. Ну и начнем потихоньку это рассматривать. Как мы рассматриваем и получаем первые 35% при условии, если мы просмотрели определенное количество сайтов на ротаторе. Тем самым мы что сделали? Мы повысили рейтинг этих сайтов и, естественно, что они вышли на первые позиции. Так вот, нам необходимо просмотреть 24 сайта на ротаторе, и только тогда мы можем участвовать в ежедневном распределении дохода. Не просмотрели 24, не участвуем. Просмотрели, участвуем. Значит, максимальное, сколько мы можем просмотреть, это 100 сайтов, минимально необходимое нам 24. Поэтому мы 365 дней в году просматриваем и зарабатываем. У нас нет ни 8 марта, ни Нового года, да? Мы каждый день просматриваем и каждый день зарабатываем. Не просмотрел, значит, в итоге получишь ноль. Дальше. Кроме этого, мы можем, пользуясь поисковиком, как я уже сказал, у нас есть поисковик, да? Мы можем получать прибыль. Если, то есть получать подарочные реварды, если мы пользуемся этим поисковиком. Это еще один вид заработной платы. Для чего нам нужны эти реварды? Это, как я уже сказал, внутренняя валюта компании. Значит, мы как партнеры, мы можем эти реварды разменять или поменять на наличные деньги. Плюс к этому мы можем, как партнеры, так и не партнеры компании, мы можем эти реварды использовать, если мы будем приобретать товары в интернет-магазине amazon.com. Естественно, что если вы пользуетесь другим поисковиком, допустим, Google, Яндекс или Yahoo, то вы при этом ничего не зарабатываете. А тут вы имеете возможность зарабатывать. За каждый просмотр сайта вы имеете один реворд. Естественно, что они собираются, набираются, и потом вы можете, как я уже сказал, использовать их при покупке товара. Еще одна особенность компании заключается в том, что в компании есть ежедневная репокупка. Что это такое?
То есть каждый партнер должен приобрести продукт рекламы, то есть продукт компании – это реклама, да? Она выполняется в автоматическом режиме, находится в размере от 50 до 100%. Каждый партнер имеет возможность регулировать эту процент этой покупки от 50 до 100%. И от того, как вы поставите ваш процент ежедневной покупки, будет зависеть то, как быстро вы вернете те средства, которые вы потратили. Почему? Потому что если вы поставите на 50%, то вы будете 50% получать наличными деньгами, 50% в виде продуктов компании. Да? Если вы поставите на 100%, то, естественно, это будет способствовать развитию вашего бизнеса, но, естественно, срок возврата будет увеличен. Вот. И в зависимости от того, какой вы процент будете выбирать, то это как раз и будет говорить о том, с каким плюсом вы вернете затраченные ваши средства на приобретение этих пакетов. Как я уже говорил, при продаже определенных товаров компании, да, будь то хостинг, будь то это, вы можете зарабатывать до 25% комиссионных. Дальше, если вы работаете с командой, то, естественно, идет распределение по условиям сетевого маркетинга, и здесь есть не 8, а даже больше способов зарабатывать деньги. Почему? Потому что, как я уже сказал, вторая половина 35% идет на выплату в виде бонусов. Это такие бонусы: уровневый бонус, лидерский бонус, президентский бонус, бонус бесконечности, роялти бонус, бонус за рекомендации, бонус лояльность и так далее. У нас еще есть автомобильный бонус, лепто бонус и так далее, и так далее. Вот вам еще один бонус быстрого старта, так называемый fast start бонус. Он выплачивается в размере 10% для консультантов и 15% для всех остальных. Если вы работаете с командой, то у вас есть возможность продвигаться по карьерной лестнице, по карьерной лестнице, которая состоит из таких ступеней: консультант, gold, platinum, diamond, blue diamond, black diamond. Естественно, консультант получает от режиссера 10%, а все остальные получают 15% за этот fast start бонус. И самое главное, еще одна особенность, что этот бонус выплачивается процентуально до 10 уровня включительно. До 10 уровня включительно. Лепто бонус в размере $400. Если за первые 2 месяца вы сделали объем личных продаж с вашим первым уровнем $10,000, то вы получаете $400, которые вы можете потратить на приобретение лептопа, либо использовать по своему усмотрению. Как я уже сказал, у компании и партнеров есть возможность разделение доли ежегодной прибыли компании. С самого начала презентации я вам сказал, что компания заработала за 2012 год 98 миллионов, да, доход составил. Так вот, компания от этих 98, ну, грубо говоря, 100 миллионов, компания 15%, полтора миллиона отложила на тот трастовый счет, который создали, которым сейчас заведует, как я вам говорил, человек, который владеет этим трастовым счетом. Естественно, что на трастовом счету каждый партнер имеет определенную сумму, мы это видим в своем бэк-офисе, мы знаем, сколько у нас есть средств на этом счету, для чего они нам нужны. А вот когда компания выйдет на биржу, когда она будет акционироваться, тогда компания предложит нам приобрести акции по льготным ценам. И тогда те средства, которые сейчас у нас находятся на трастовом счету, мы можем использовать для приобретения этих акций. Для приобретения этих акций. То есть мы не со своего кармана, а за счет той прибыли, которую компания получила ежегодно, она, естественно, как подарок мы будем иметь эти акции. Ну, а кто знает, что такое акции
Если вы являетесь владельцами акций, как их можно потом использовать, какие дивиденды можно получать. За 2013 год тоже есть правила, выполнив которые мы можем стать партнером, то есть стать членом клуба учредителей. И в этом году уже с прибыли в 250 миллионов компания энную сумму будет переводить на этот трастовый счет, опять же распределить среди партнеров, тех, кто зашел в клуб учредителей. Условия, которые необходимо выполнить, они есть в бэк-офисе, поэтому каждый может зайти и ознакомиться с этими условиями, что нужно сделать для того, чтобы стать членом клуба учредителей, чтобы иметь долю, когда будет компания распределять эту долю для того, чтобы иметь возможность приобрести акции. Как я говорил, компания поставила перед собой цель создать акционерное общество, и компания к этому идет. Если компания к 2018 году не выйдет на биржу, не создаст акционерное общество, то те средства, которые лежат сейчас на этом трастовом аккаунте, мы получим на свои аккаунты, то есть получим к себе, и они будут у нас на наших счетах. Но я думаю, что поставленную цель компания выполнит, и поэтому мы будем акционерами компании Axis Marketing в ближайшем будущем. Кроме этого, я вам говорю, что с компанией нужно сделать резидуальный доход. Что такое резидуальный доход? Ну, другими словами, как я уже говорил, это пенсия, да? То есть вы можете создать стартовый капитал, стартовую возможность создать себе команду, которая позволит вам потом в дальнейшем иметь прибыль, не прилагая больших усилий. То есть раскрутить маховик собственной фирмы, да, собственной команды, и так как он будет вращаться, то естественно будет приносить вам доходы. И не один год. Почему? Потому что вы знаете, интернет начал только развиваться, да? Для истории развития какой-то 10-20 лет это небольшой срок, поэтому еще большое будущее развития интернета, она будет развиваться, будет приносить нам с вами доход. Но что хочу сказать, чтобы вы не попались или не приняли ложную информацию и не стали на тот путь, который сделали наши партнеры, которые заходили в 2010 году, которые думали, что если я приобрел пакет, я теперь на всю жизнь буду обеспечен, буду иметь такие заработки. Нет, компания говорит, что она не гарантирует вам заработок, нужно каждый день прилагать усилия, и от того, сколько компания заработала за сегодняшний день, значит, разделить на всех, мы имеем тот доход, который это. Плохо сработали, значит, мало получили. Хорошо сработали, значит, получаем больше. Ну, естественно, заработать мы заработали, стоит вопрос, а как же вывести деньги, да? Как же их получить? Вот мы работаем виртуально, мы работаем в интернете. С этим проблем нет. Я не видел еще ни одной компании, которая имела такую систему, которая работает как швейцарские часы. Почему? Потому что компания здесь у нас в бэк-офисе, у нас есть банковский системный кэш, на который мы вводим те средства, которые заработали. Затем мы их с кэша вводим на e-wallet, это международная платежная система. Затем у нас у каждого партнера есть своя банковская карточка, допустим, банка Pioneer. И переводя средства с e-wallet на эту платежную систему, мы имеем возможность снимать в любой стране мира, где есть банкоматы, где есть возможность обслуживаться эта карточка, снимать те средства, которые вы заработали в той валюте, в стране, в которой вы находитесь. Кроме этого, есть все возможности перечислять на другие расчетные счета, на банковские переводы, на чеки и так далее, и так далее. То есть все, что легально запрещено, это можно делать с теми средствами, которые вы заработали.
Почему же работа в интернете и работа с компанией я вам рекомендую? Да потому что это идеальный бизнес в интернете. Потому как продуктом является компания реклама, да? Этот продукт, он расходуемый, он постоянно требуется. Он не знает границ, он не портится, он не требует доставки, он не требует складских помещений и так далее, и так далее. И самое главное, что он требуется каждый день. То есть появилась какая-то компания, она сразу должна о себе заявить, а для того, чтобы она заявить, нужно ее прорекламировать. Поэтому этот продукт каждый день востребован, каждый день нужен. Формула успеха с компанией заключается в том, что, как говорит Стив Реннер, она должна быть простая, как раз 2-3. Здесь очень просто. Купили лицензию первого за 59,95, дальше купили детский пакет. Затем начни выполнять серфинг с первого дня. И нужно поделиться информацией. Почему? Потому что если вы будете делиться информацией, то естественно будете иметь больше успеха. Больше успеха. Ну и вот настало время показать вам фотографии с конференции, которая проходила в Киеве. Это отель, в котором проходила конференция, так он выглядит. В ночное время это конференц-зал, где проходила конференция. На этой фотографии мы видим нас со Стивом Реннером. Здесь мы с Бобом Кинцело стоим. Здесь небольшая часть нашей команды, которая представляет людей из России, Казахстана, Украины, Белоруссии, Испании, Франции, Канады и так далее. Ну а здесь мы вручаем наши ответные, так сказать, ответные слова мы вручаем, цветы, букеты цветов руководству компании Amazon, Стиву Реннеру, Бобу Кинцело за ту конференцию, за те возможности, которые они нам предоставляют. Ну, а на этой фотографии вы видите ту конференцию, которая проходила в прошлом году в Лас-Вегасе. Особенность этой конференции в том, что здесь присутствовало более 500 партнеров со всех стран. И еще одна особенность, то что эта конференция онлайн транслировалась в эфире. То есть мы, находясь у себя дома, могли присутствовать на этой конференции и знать, что там творится. Ну, а на этой фотографии мы видим тех людей, которые зарабатывают, как я вам говорю, я вам покажу, которые зарабатывают более 1000 долларов в день. На этой конференции они получили еще подарки автомобиля Mercedes. Также получила автомобиль Mercedes и Ани Джанг. Здесь на этом снимке это фотография на память с руководством компании. Ну и закончить свою презентацию я хочу словами Стива Реннера, который сказал: работая вместе, мы сможем изменить мир. Мы хотим, чтобы наша семья Эксис росла большой и сильной и стала первой компанией интернет-рекламы и интернет-услуг в мире. Как только наша компания станет публичной, с вашей поддержкой мы можем сделать это. Мы можем изменить мир. На этом моя презентация заканчивается. Я благодарю вас всех за внимание, удачи, успехов. И сейчас вот появился вопрос, я сразу отвечу на него. Процент репокупки мы говорили в его время. Процент репокупки можете хоть 3 раза в день регулировать, как вам захочется. То есть вы можете это все регулировать хоть каждый день. Еще какие-то вопросы? Больше пока не спасибо. Вам тоже спасибо. Желаю всем успехов, удачи. Развивайте свой бизнес. До встречи. Как всегда, с вами был я, Василий Малый.